быстрее. Так, давайте, да. Давайте, начинайте. Запускаем. Поехали! Что, первая катка! Подождите, я сторис выкладываю. Дина Трейдер. Подождите, я сторис выкладываю. Дина Трейдер. У меня все зависло. А, нет, все нормально. Отвисло. С бестом, Дина с бестом. Что это? Ой. Ты выбираешь, где ресницу. А я могу где угодно ресницу? Да, да. Ой, давайте старую карту. Офигеть, она огромная, на самом вот деле. Вот это текстуры, да? Как будто FPS больше. Да мы знаем, но все равно впечатление первое. Электрику можно чинить в трех частях карты, если что. Вот это текстуры прикольные. Да блин. Удачи, удачи тем, кто будет карточку проводить. Я уже не... Я не могу. Я второй раз провожу. А изи. Почему у нас Discord работает? Интересуюсь просто. А, ты вопросы не задавай. Да куда вы убиваете? Дайте смотреться. Вы смотрите. Ребят, вот теперь смотрите. Уходит Финн и уходит Авдеич. Мы выигрываем игру. Потому что Финн, во-первых, искал кого убить. Бегал внизу, когда я в карте появился. Предлагаю Алекса просто после этого. Авдеич, почему тебя не убил тогда? Ну, Финн бегал вообще, он на задание не делал. Просто так от балды говорит. Если что, я могу тебе сказать, что это не Финн. Финн не убил, когда я чистила унитаз. Финн дефает Авдеич. Удачно. Я с Авдеич был рядом, Финн бегал там. Он не знал, что делать, он просто в разные стороны. Конечно, я не знал, что делать, мы первый раз играем на этой карте. Финна я тоже видела. Да, ребята, я вообще еще не успел ничего сделать. Если что, Ликс... Если что, Ликс, я первый починил электрику, ну так, сведения. Ты не мог ее починить, мы с тобой внизу были, свет потух. Ребята, так я там и починил, тут в трех местах можно починить электрику. А нужно в трех местах починить? Я посчитала, если ваши палочки вышел, голосовитель. Надо в трех местах. Ну давай, Авдеич, а ну-ка, давай пруфай. Нет, в любом из трех мест можешь починить. А, кстати, да, вы поняли, что я мирная теперь? Как? В бестах, ну, бестах. Я про три места сказала. Ди, ну ты там загуглила здесь. Просто. Да, хотите эту игру сейчас закончу? Смотрите, да. Бист, Крис, Джози, два трейтера. Все, заканчиваем. Бист, Крис, Джози, два трейтера. Это Бист и Крис, получается. Я не трейтер, это Бист и Крис. Я стояла. В смысле, это Джози? В смысле, это Джози? Это Бист. Это Крис и Джоз. Это Бист и Крис. Это Бист, Авдеич. Это Авдеич. Да. Это в бист. Ребят, голосуем Дину и Финны, все просто, игра выиграла. Мне страшно, никто не умер, не Финарго. Это Ликс, ребята, он опять грезит, так что забей. Кто меня проголосовал? Блин, я сказала, что это бист, видите, в бистах. Если бы я знал, что это голосовали, то просто... Бист, смотри карту. Бист, в следующий раз не пойдет. Давайте смотреть карту. Нажимайте на кнопку, мы себя погоняем, в биста не докинули. Первого раза. Блин, ну пойдем чинить. Отдельные звуки. Блин. Блин, это не сюда. Офигенная карта просто. Боже, это карта. Здорово. Короче, здорово. Я не знаю,
Ребята, они это делали год. Финнер год мирный до конца игры. Просто. Это с чего ты мага взял? Потому что я это взял. Для меня мага тоже, да. Если у них ручки есть, блядь. А, кстати, мага, ты не следил, сколько оставалось времени до окончания саботажа? 50 секунд. Это около минуты. Потому что нижний починил Джози один. Да, я починил. Я починил верхний около лестницы. Нет, он не починил, я починил. Он там долго стоял. Я починил 601-28 код, блядь. Я вел код. Я починил. А что у нас было словно? Это был кислород или что это было? Мы не успели добежать. А в 10 весна один девушка, тебе виднее, ты же саботаж сначала. А потом спустился. Потому что я ебан. Что скажешь на это? Давай. Время обновилось и заново пришлось. Не контриться. Его не докинули в прошлый раунд. Две руки было моя. Так и Финаргота тоже не докинули по такой же логике. Авдеич, кто-то с тобой. Так. Дима, я не знаю, но... Давайте вот сверху был. Ребята, вы обратили внимание, что Дина абсолютно молчит? Ребят, если мы учитываем то, ты что меня реально... просто не слушаешь. Кто голосовал без ста? Я голосовала в скип. Кто без ста? Один человек кто голосовал? Кто? Ну, говори. Я. А смотрите, ребят, получается, так скипу Дина и скипу Биспо. Я правильно понимаю? Нет, я голосовал кого-то в Авдеич вроде. Или в Дина. Нет? А, хорошо. Я бы писал, я уверен, что без... Я прям уверен. Почему? Я весь раунд стоял около этого, килов нет. Почему? А кто был вооруженный с пистолетами? Короче, я там пистолетики складывал. Все, Дина не трейдер, скорее всего. Блин, да у нас сейчас нет. У нас... О, а кто голосовал со мной места? Я голосовал. А, я Авдеич. И три человека не докидывал. Не докидывал. Кнопку нажимаем, без ста выгоняем. Да. Без точно трейдер. Скорее всего, один на второй трейдер. Двери сразу закрываются. О, нифига, слышно, когда кто-то по лестнице бегает. Так, я нашел труп кого-то. Убили Авдеич. Это мага, ребят, второй раз мага находит. А, ну все, Авдеич. Да, Авдеич. Все, погнали, бист выкидывать. Биста, наверное, выкидывать. Я думаю, с Крисвеймом... Смотрите. Нет, просто... нет, подожди, я не был. Я с Крисвеймом и Джозом, блядь, мы около чинили. Ну какая разница? Я был, блядь, меня Крис... Я была на унитазах. Я с Диной была, вообще-то. Я с тобой в упоре была. Ребят, я могу Бист, я могу аргументировать, если дадут. Бист, я могу аргументировать. Финаргот точно для меня мирный до конца игры просто из-за квеста. Не потому, что там был какой-то скан и так далее. Мы сделали задание по одинаковому принципу, при этом Финаргот делал его впервые. И он знал, с какой скоростью это задание делать. Теперь я объясню, почему ты трейдер, Бист. Потому что мы с Финарготом, я здесь голосовали тебя, два человека до этого скидывали. Пикайте меня в шестерых и проигрывайте игру. Ребята, вы слышали, что Крис говорит, она была со мной, я ее вообще не видел. Она была со мной. Я видел Джоза, я видел Крис. Бист, мы были сейчас снизу, там где Электро. Бист, если мы даже скипнем, мы починим свет и нажмем кнопку. Мы починим свет и нажмем кнопку. 7 человек. Мы не проиграем эту игру, потому что... Джози, ты уверен, что Крис с тобой была? Да, Крис была со мной, да. Ну ладно, у нас оранжевые штаны, Джози. Кто не уверен, скипайте. Кто хочет, голосуйте с нами в Биста. Но это Бист. Не, я при семерых не буду. Почему я? Мне при семерых реально... Да потому что мы тебе объяснили, ни один трейдер в тебе руку не докинул. Так никто не сказал. О, ну это красиво было. Нас семеры голосуете. Это не Найс, Бист. А вообще, на самом деле... Почему это не Финн? Хорошо. Так как карта новая. Хорошо, почему это не Финн? Вы не сказали ни одного факта, почему это не Финн? В смысле, только что объяснили? Ты. Ребята, есть такое ощущение, что больше игроков надо на эту карту? Не, нормально. Даже интересно. Блять, как провести карточку? Пацаны! До одного задания успеваешь добежать. Так. Очень непонятная мапа.
Ну, короче, я нажала на кнопку просто потому, кикнули. Что я нашла комнату с кнопкой и решила, что... Ну, скорее всего, кнопку... правильно, потому что не было никакого саботажа, да. Получается, ну, надо смотреть среди тех, кто не выводил без ста. Ну, у нас труп маги, да, как бы... Понятно, что я для вас красный до конца игры. Кто еще голосовал в беста? Нифига себе, это почему такая уверенность? Я просто... Ну, потому что я тебе трейдер Ликс вывел. Блин, о чем ты говоришь? Говорил я, мага... Ой, голосовал я, мага... Крис проголосовал. Я тоже в скип голосовал. Думаю, а, Ликс, ты в беста голосовал? Да. Все, у нас остается либо Джози, либо Дина, но Дина для меня красная еще тоже. Мы же тогда вместе бегали. А я тоже красный должен быть для тебя. А Крис? Почему? Потому что ты починил нижний реактор, но там 60 секунд оставалось, сказали. Нет, там 60 секунд оставалось по факту, но... Слушай, я пока не придумал пруфы, почему я мирный, но тебе надо довериться мне, давай? Ну смотри, Крис выгнала трейтера, Ликс выгнал трейтера, Дина с нами с Магой бегала. Кто остается тогда? Ну, может, они просто... Ну, мы просто не боялись. Ребята, а вдруг просто у нас все еще два предателя, но на этой карте сложно сделать двойной килл с саботажем, поэтому... Не, ребят, я так понимаю... Саботаж даже не прожимали, Дина, понимаешь, если что. Просто я мирный, поэтому, хз, ну, играть, наверное, продолжится, если меня выгоните, если вам так проще будет, но я бы хотел мапу... Ну, посмотреть. Хорошо, Дина, смотри, мы играли с магой вот ручка за ручку. Если два трейтера остались, то это кто, Крис с Ликсом? Я думаю, что Крис с Джози. Если ну, смотри, я в скип, В любом случае в Джози. Мы в любом случае в Джози голосуем. Нет, в любом случае мы голосуем в скип. Нет. Кажется, кто-то перепутал Джози со скипом. Я в том числе. Какая большая рука. Блин, слушайте, мне, честно говоря, карта в прошлое больше нравилась. Я вам говорила, Абдеч, почему? Абдеч, ты... Вот объясняй, почему... Лёка. Абдеч, объясни. Ну, смотри, вначале я зарофлила, а потом как бы... Ну, вот своими рофлами, типа, да, да. Да, найс рофлы. Посмотрим, когда буду мирно как-то будешь рофлить. Так я сам в начало скажу, что я... Ребята, я за все время сделала одно задание. Так такая же тема. Мне кажется, человек 20 нужно эту карту, чтобы было интереснее. Да не, мы привыкнем, стопудово привыкнем. Она очень большая, Дин. Так полюс также большой очень казался картой вначале. Это больше полюса. Нет, хз, я бегаю, я даже не могу найти, кого убить, если что. Тут предатель еще сложнее, что все в разных местах появляются. Очень большая. Газуй в дальнобой, ну попозже. Мы тебя слышим. А, нифига, там прям так глубоко зарыто. Видимо, в главном зале труп. А, нет. В лазарете кто-то... Бля, на кухне 5 человек. В лазарете человек очень долго. Тут же еще где-то камеры должны быть, если вы можете. Вау, моя первая смерть. Пришлось. Еще и саморепортит. Дина! Тут был труп. А ты сейчас что делала в последнем вот пару секунд? Я судорожно жала на репорт. Хорошо. А почему судороги были? Короче, лопнули свет, и рядом с комнатой. Я не знаю, где, короче, света не было. Короче, посередине комнаты. Я никого не видел в этом. Спасибо за описание. Я просто не знаю, где. Бист, мы все время с тобой были на кухне? Да, я сделал самый вкусный... Самый вкусный что? Я за всю игру ни одного человека. О, да, не говори, ты хорош, правильно. Самый вкусный что? Там короче, же есть ингредиенты, бист, ну-ка бист, скажи, какие. Мы с бистом красные до конца игры. Я не скажу, это почему, Дин, это так? Это мой секретный ингредиент. Ну, потому что мы кое-что делали на кухне, все время у нас два трупа. Дин, да, а потом Джос пришел и все. Ну хорошо, смотри, а я, допустим, видел Five Skill и артиста, мы были втроем в начале раунда, и они оба живые, и при этом они были со мной все это время. Они, мы, значит, втроем тоже мирные до конца. Подожди, ты собирался их двоих убить, да, одной рукой, Джос? Значит, получается, кто остается? А если Крис Вейв никого... Так Иликс? Если я никого не нашла, я, получается, все, трейтер по логике? Да. Нет, я на секундочку видел Алекса. Спасибо.
Лекс, ты Wi-Fi грузил около там, где документы? Я, да, загрузил. Да, да. Приятно, да? До выключения света видел. Спасибо, Джозеф, трейдерам. А что ты делал там, где мы стояли втроем? Я пытался это понять, что делать с мусором. Я не понял, что делать с мусором. А кто у меня? За что в открывании дверей на этой карте? Кристиан, только один человек проголосовал. Ну, мне интересно. Это счетчик первый килл от одного из трейдеров. Понятно, без этого. Так определяется. Так, давайте посмотрим, поизучаем карту еще. То, что звуки прикольно слышны других игроков. Чё? Чего? Чё? Не совсем понял. Подождите. Это ж типа как должен быть как замок. Один сюда. А, пять налево. Это... 0, 2, 3, 4, 5. Ну... Подождите. 7 направо. Ну или нужно прямо на семерку тут поставить. А, по 0,5 тут считается. Раз. Подождите секунду. Так, ну. 0. Хорошо. Алло? Как да. Страшно что играть. Стример, ой, бля. Пользовался этими замками 100 раз, ребята, они не так работают. Никого не видишь. Да. Типа, если там стоит 3 направо, то-то-то-то-то. Да-да-да, это я был. Так, первый раз надо начинать выкидывать, но это не дезертук, начнем с этого. Там обычно это не Ликс, не Джози, я думаю, потому что мы прям у нас были смежные квесты какие-то. Ну типа, вот у меня 0 стоял, он ничего не давал дальше. Ты знаешь, что мы беспомирные до конца игры. Мне нужно полный оборот сделать. Свет, тогда Дина, так. Значит, уходит, на тебя посмотрим попозже. Ребята, давайте я еще в третий раз напомню, что мы с Крестом были мирными до конца игры. Артист, а чего ты туда-сюда... Он мертв, он мертв. Дин, расскажи, почему ты стояла в какой-то момент там и потом убежала в другую сторону от меня? Просто стояла, ничего не делала? Ну, видимо, я смотрела, что у меня по карте, куда мне дальше идти. Так, смотрите... Артист, я видела последний раз. Уходишь от темы. Видела последний раз там, где лестница. Он то спускался, то поднимался. Дальше я пошла вниз через двигатель, там видела Ликса. Может быть, они пересеклись и я пробегала мимо группки, там три человека было. Да, вот эта группа, мы были чисто с одинаковым маршрутом. Еще раз, кто был в группке? Ликс, Джози и я. Вот. Да. Вы прям все время держались вместе? Мы, да, ну, очень долгое время, да. Да, ну, там был момент, когда Дзертук тоже был бы меня убивать, но он меня не убил. Ну, Джоси починил свет. И наоборот. Ну, короче, у меня там... Блин, знаешь, что вы поняли? Очевидно же, Крисвейв, ну, господи. Ну, мне тоже кажется, что Крисвейв. Ты сидел, молчал всю игру, и в последний момент ты кидаешь на меня, если ты меня просто ни разу за игру не видел. Я видела только три человека, и сейчас я была в душевой, ошпаривалась какой-то херней, там еще проценты были. Я, кстати, так, разобрался, как мусор выкидывать. Я там легко опасался. Просто... Ну, кстати, мы, походу, обосрались. Потом... Спасибо за рейджинг. Прости, вдруг мы ошиблись? А вдруг там в этой тройке? А вдруг Ликс? Или Дина? Ну, прокрутил до пятерки, и чё? А, я понял. Фух, я успел прожать репорт. Я думаю, что второй трейдер просто не смог найти килл. Или я опять по часовой крутил. Я же против часовой сейчас помню. Так, смотрите, это точно не мага. Абсолютно точно. Но мы трейдера вывели, я правильно понимаю? Не факт, потому что, возможно, трейдер, потому что прожали саботаж, и, возможно, второй трейдер... Подожди, Крис же мы выгнали? Да я в курсе, что там стрелка. Она ушла трейдером, один трейдер остался сейчас, очевидно. Нет, в смысле...
Ну, Мага, ну у нас 4 человека. Сами попробуйте, зайдите и пройдите этот квест, гении. Я в курсе, я в разные направления, если что, двигал. Крутил. Давайте я в четвертый раз напомню, что мы с Бестом мирные до конца игры, потому что мы первый раз были вместе, у нас было 2 килла. Да вы что говорите, правда? Опять выпало, что ли? То есть, смотрите, есть проблема, то что если мы сейчас скипаем, карта большая. У меня дома кодовый замок есть. Давайте проскипаем тогда, скипаем. Но я могу, так, нет, я могу, если мы, нет, так у нас проблема. Если мы проскипаем, то мы проиграем. А, кстати, а зачем маги репортить труп? Да, да, я могу. Сейчас вопрос. Ну, подожди, а зачем маги сейчас было репортить? Дина, ты только что говоришь, что я точно мирный. Я в магу кину. А, потому что, так я говорю, зачем маги было репортить труп, если он трейтер? Да, я тоже не понял, почему Дима меня кидает. Непонятно, кстати, реально, почему мага. Может... Мне просто кажется, мага бы не репортил. Просто, смотрите, Ликс достаточно активный, на предателя он... Дин, ты на всех сейчас ты на всех бросаешься сейчас, обрати внимание. Ликс, ты только что говоришь, что это я, кидаешь меня, и потом говоришь, что это... Ты слишком активный, чтобы быть предателем, ты даже не даешь договорить, господи, Дмитрий. Мага, Дина, ты... Ликс, ты меня бросил голос и говоришь сейчас про Дину. Звучит как какая-то фигня. На самом деле нам нужно голосовать, потому что тут легко сделать 2 килла. Нет, нелегко. А вы знаете, где кнопка находится? Короче, я в Джози поставлю. Я знаю, где кнопка. Я в Дину поставлю. В смысле? А, вот, пожалуйста, а как так-то? Как вот так-то? Вот вам и трейтер, вот вам и трейтер. Вот вам и трейтер. Ребята! За шо? Поздравляю с первой победой. А кто голосовал? А! А, это да. Мага, да? Ну, это мага, очевидно. Я же сказал. Попробуй зачем найди Дина, нас. Дина, зачем ты в Джози поставила голос? У меня чел не ходит. Очень странно. Смотрите, что очень странно как-то она работает. Он... Смотрите, вдруг появляется семерка с того не сего. Вот, окей. Ну, ГГ получается. Ну и что теперь? Что-то странно. А, так это типа победа. Бля, я забыл, что на четверых игра заканчивается, если два трейдера, бля. Не, я Маге поверила, потому что у меня он за репортом приехал. Мага молодец, убил меня сразу, когда я мусор выбрасывал, это даже меня не читал. А зачем ты голосовал Джоза, если у нас нельзя голосовать и ошибаться? Потому что у нас большая карта, и предателю здесь действительно очень легко совершить 2 килла. Да нелегко, если мы вместе бегаем. А с чего мы вместе окажемся, если каждый выбирает различное место назначения? Блин, сейчас я пытаюсь зайти. Потому что для меня Мага был скорее мирный, и из Ликса и Джози для меня Джози Мага, был более предательный. Мага, меня убил при двух людях и саморепортнул. Вы заметили? А вы не хотите поиграть старую карту? Вот такое чисто закидываю просто. В смысле, Дим, ты что, все ждали новую карту, она вышла, и ты предлагаешь... Я думаю, Дима троллит. Ну ладно. Не, я не троллю, если честно, но она что-то такая. Ну ладно, давайте. Ты бы такой зашел чисто поиграть на полюсе. У меня, кстати, мышка не работает. Я не могу выбрать ни костюм, ни цвет, ничего не могу выбрать. Но я вообще думаю, что первое время буду больше предателя побеждать. Так я говорю, там нужно быстрые клики делать. Потому что он начинает прокручивать. Понял. О, у меня есть... Сейчас будем играть толчки, пацаны. Давай. Всю жизнь мечтал хоть где-то подрать толчки. Нифига, где, куда заправлять-то идти? Через всю карту? А это... Я понял, там квесты. Сейчас через лазарет пробежим. Что тут за квест? А, ну тут классика. Если тут нужно два раза заправлять двигатель, то это пипец. Это надо по полгода пробегать. Спасибо большое за 100 чиров. А, не, все, один раз достаточно заправить. Фуф. Спасибо большое еще за чира. Блин, как же круто драйте толчки всегда. Дезерток выбегает, и там лежит фиолетовый трупик. Откуда я выбегаю? Ну ты рядом бежал, я прям мимо тебя пропал.
Стоп, можно меня обвиняют? Мне сказать. Стой. Камеру, друзья. Кто-то из вас. Я бежал. Нет, я. Может, так, не он. Я просто. Я проявал фотографию, а там, короче, фотки зеленого. Вообще такие развратные. Не, я предлагаю сразу толчок. У меня в прошлый раз был толчок. Да, выгони меня. Я бы Крис кикнул. Так нет, стой, Бист. Она говорит, что я выхожу из двери, она репортит там труп, а я тебе навстречу бежал, Бист. И бежала, ну, и она была сверху. А еще у меня фотки, она такое там вытворяет на фотках, пиздец, я бы ее кикнул. С другой стороны, я бежала с другой стороны напротив тебя, ты выбегала с той стороны, где был труп. Я подбежала, а ты налево побежала. Я побежала и зарепортила. Ладно, короче. Кстати, хоть кто-нибудь еще раз, хоть раз сейф проходил? Я в прошлой игре 3 раза пытался, не прошел. Какой сейф? Что такое сейф? Ну, тут есть сейф, ну, квест. А, желтый такой большой, да? Где прокручивать, я не смог. А что нужно делать в квесте, где цифра 4 и поручень просто, я не понимаю. Понимаю. Так это и есть сейф. А что нужно сделать? Ну, надо по часовой, типа, до четвертого, ну, там, показана стрелочка, куда крутить, потом в обратную сторону. А кто в Крис поставил? Я! А я трейд. Вот это интересное место, написано Records, то есть как будто тут можно оставлять какие-то записки, но почему-то не кликабельно. Блин, лифт не с той стороны. О! Ну привет, наконец-то. Наконец-то я нашел камеры. О! Можно просто свою комнату. Так, есть там. Что такое? Не понял. А, нужно сигнал найти, нифига себе. О. Сюда! Блин, я видела, как винтовались, но я не могу... Да, давайте не кикать на первом раунде. Не, ну на самом деле он действительно выбегал с той стороны. Типа, если бы я была мирной, ну, сорян, я бы подумала, что это ты. А я видела, как по кругу винтовались между душевой и вот там вот по кругу винтовались. Я сказал несколько раз, что это Крис, давайте кикнем ее, несколько раз сказал. Так все молча просто меня и кикнули. Да молча, никто не спросил ничего. Да никто ничего не спросил, все просто сказали, да. Даже не сказали по факту нихуя. Ну типа по факту, Говоришь, что это Бист, все сразу кикают меня, блядь. Но когда кикают. Интересно, где тут камеры стоят, надо разузнать. Там же кто-то стоял. Тебя кикнули через 2 раунда. Вот ты рассказываешь, через что раунд. Тебя кикнули. Просто потому, что, блядь, одного голоса через 2. Ура. А где тут кнопка? Кто-то понял? Нет, ну я так и знал, так долго рядом со мной стояла, думала, убить не убить. Но они что-то сделали, какой-то motion blur появился, кстати. Я нашел Зертука, нихуя себе. О, ё-моё. Бля, я уже знаю, кто это мог. Ребят, что это крайне агрессивный игрок, это Фин... А, нет, Фин живой. Очень агрессивный. Ну это Мага и Дина, мейби. Я не успел сейчас, я думаю, что это Бист, и Бист еще отмалчивается. И, возможно, это еще Авдеич, который тоже мучает меня. Нет, я стояла на камерах. Кто меня назвал? Да я не трейтер, а ну иди сюда. Нет, это ты трейтер. Камеры горели почти весь раунд. Я сейчас с них ушла чинить свет как раз в сторону Джози. Да, и должна была. Да, я не успел починить. Я тоже не успела. Я не вышла, еще нету никаких модов. Да, я оба раза починила свет. С кем в грузовом отсеке мы чинили свет? Там Лик свертился и артист, верно? Да.
И потом откуда-то Бист еще вышел оттуда вроде. Артист, а когда мы с тобой бежали, ты заметил, что мы потом в библиотеке встретили Ликса? Он оттуда откуда-то вышел. Каким образом ты оказался в библиотеке, Ликс? А он раньше нас ушел вроде, нет? Он разве уходил туда? Бля, я видел артиста, артист там вроде скачивал файлы, может и он быть. Меня мог на изи убить. Я думаю, что артист мирный, именно поэтому... Я не поняла, почему меня вкинул мага, потому я что я стояла на камерах. Я думаю, что все видели, это что камеры горели почти весь раунд. Авдеич до сих пор живает, а она... Знать бы еще камеры показывают, ну так, чисто Дима, почему интереса. Ты молчишь? А что я могу сказать? Я не грузовой вижу никого на этой карте. Я могу сказать только, что артист двигатель. И Дина со мной починили сами свет, все. А потом ты куда ушел? Я не знаю, наверх куда-то. Ты видел, что он наверх? А ты какое-то задание выполнял? Да, я душ чинил. Молотком по нему бил. Подождите вы с КД, ну, совсем разберемся. Я просто не знаю, где она находится. Не мог подождать. О чем речь здесь, непонятно. Блин, я скипаю сейчас на семерых. Я вообще надо скипать, да, я согласен. Но тут... Вы знаете, где кнопка? Потому что если нажать эту кнопку, мы проиграем игру. В самом верху. Ну, наверху на самом, сверху, да. Справа, но как до нее добраться, по лестнице подниматься. И вижу артиста, я ведь думаю, что артист мирный даже, как минимум, потому что он входит, сказал. И Дина тоже. И этот еще. Джози. Ну, этот группа, извиняюсь. Извинение принято. Это не чтобы оскорбить. Да блин, да что бред. Бля, я до нее столько шел, это просто шесть. Ну, хотя бы разобрались, как нажимать артиста, ее. Артиста убили, кстати. Я видел без... А мы с Диной виделись! Она, он с Диной ходил. Нет, понятно. Я вас... Если что, короче, мы пересеклись втроем, когда там, где вот эти вот какие-то то ли сервера, ребята, то ли что-то еще. Ребята, почему мага постоянно... И Дина оставалась с артистом, причину, когда я ушел. Лично, назови мне одну причину нажать кнопку, когда я мог прожать саботаж и, к примеру, выиграть игру за трейд. Блин, мага, а ну так-то в прошлый раз ты зарепортил, и ну да, ты постоянно репортил. Не, да, ну ладно, назовите мне хоть одну причину бежать до переговорной с душа, при этом меня видел Бист и Ликс, вы видели, как я оттуда бежал. Ну, чтобы оправдаться. Ну, смотрите, окей. Ребята, я оставалась в электросистемах, и Джозеф ушел с артистом. Я ушел, если что, оставил артиста и Дину вместе, и Дина моментально начала меня обвинять, как только увидела, что мертвый. Как ты утверждаешь, что ты нас вместе оставил? Да, я только Алексей. Я утверждаю, что ты просто ни с того, ни с сего на меня гонишь. Ну, типа, есть труп артиста, и ты, у тебя первая мысль — это Джоз. Ну, при том, что я, ну, типа, тоже вас... Да, Джози, подожди, не флуди. Никого не убивал. Бист, Дина, помнишь там раунде ты меня убила, когда я стоял там слева от библиотеки? Ну, столько, да, воды на самом деле, да, ну что же проигрывать игра. Ну и понятно, что три цифры, как обычно. Спасибо, Зиккурат, я попробую. Я же говорил, забагована. Что еще раз? Лайфы в лазарете. Ты выходил из комнаты, где одна вентиляция, по-другому туда никак не зайти. У меня не было в такой комнате. Я душ чинил, и опять кто-то кнопку прожал, типа магии. Ты опять душ чинил? Так я же не починил его. Я начинаю, а кроме душа у тебя бить. Другие квесты есть? Я хочу. Дина, ну как ты думаешь, что это? Ну, я сейчас в Диму. А, ясно, все. Это Дина и... Это Дина и кто у меня второй? И Джоз. Все, ну, до свидания, Дина. Уходим. Дина. Дина с Джози нет. Быть не может, они друг друга сейчас копили. ГГ. Ну, вряд ли, мага. Ты Дина и Бист? Бля, короче, я не голосовал, потому что, скорее всего, ГГ реально. Я говорю, для Авдеичи для Биста слишком несовственный геймплей сейчас был. Бля, у меня игра свет. Меня слышно? Да, да. Слышно. А я не могу двигать мышкой почему-то в игре. А, все. Вот это я Майкл Джордан просто. Блин, это все-таки Джози был. А как можно меня проголосовать, скажите, пожалуйста? Да потому что, Дима, ты начал говорить по-преступному. А знаете, кто стоял весь раунд на камерах? Я сказал, что я... Наргот, которого я убила. Ну да, но всем пофиг.
Чел, а нафига ты в донате сказал, что Дина трейтер, если она не трейтер? Дима! У меня донат проскочил просто. Может, выключишь звук донатов пока что, не? Да нет, все уже. Зато плюс денежка, че. Ну, если бы мы бы выигрывали донаты, плюс 20 вообще сейчас гулять пойду после. Хорошо сыграно, Джози. Прекрасно сыграно. Хорош. Это точно не этот. Не а труп лежит мы были с магой и собирали. Труп лежит у закрытой двери. Я не знаю, лево это карта, не лево, короче. И где лестница наверх? Я хз, как это локо называется. Я, короче, бежал туда, и сейчас зарепортили mm-hmm. труп. Я не знаю, этот не этот, короче, mm-hmm. но я не успел. Погоди, это где подъем сверху? Ну, короче, там длинный коридор и слева... Я, блин, понимаешь, я не понимаю, что это за локация. Я не знаю, там длинный коридор, слева дверь закрытая. Я почти добегаю до трупа. Хорошо, давай дезертуку дадим сказать, он труп зарепортил. Труп Дины на туалете справа валяется. Я сделал не дезертук, потому что дезертук со мной в дверь. Окей, тогда я ставлю, что это Финаргот и Бист. Ага, cool story. Не, стойте, у меня... Мага, если что, мы с тобой пересекались слева, где спуск к воде, или... Ой, не к воде, а это к воздуху. Ну да, и чё? Вопрос к лексу, стой, я... стоял на кухне, а ты видел... Суть в том, что Биста я видел, когда пробегал мимо камер, он стоял там ниже на каких-то компах, я не знаю, окей, что это за компы. Окей, а здесь ты добавишь дезерту, там... Ну, нет, я имею в виду, что этот килл он точно не делал, потому что он открыл со мной дверь и пошел вниз. Ликс, как мы заспавнили с тобой справа сверху на карте, а потом ты оказался слева сверху на карте? Так я же внизу, что... внизу прошел, я же внизу прошел. Погоди, дезертук, я тоже заспавнился, кстати, справа и пробежал налево. Потому что справа, где ты именно заспавнился? Я скажу, да справа, говори, сразу справа, ну, типа, правая локация, я там заспавил. Дина оставалась на электрогенераторах, которые справа от камеры. Вы нашли, скажите. И где? Я Дину нашел. Понял, на туалете справа. Сердцем в мафа. Ну, я скипнул. Кто еще скипнул со мной? Я. Не я. Я скипал. А я бегать не могу. А, у тебя заява играть, типа, ты попробуй свернуться и развернуться опять. Нет, все, я на месте застряла. Хорош, хорош, кто зарепортил? Если что, я распугалась. Но я стояла в уголе на месте. Что, блядь? Бист, ты же оставался на погрузке, где Авдеич была. Окей, Бист, один вопрос. Бист, назови свою двойку трейтеров. Просто вот сейчас. Нет, не скажу. Ну, назови сейчас, это очень сильно поможет. Стоп, я был с Крис Вейв. Дима, назови твойку трейтеров. Ой, блядь, какой Крис Вейв? С десертуком, зеленый я просто беру. Я был с десертуком, фиолетовый, я не знаю, как это, не фиолетовый, свекольного цвета помещения. Дим, назови свою двойку трейтеров. Как ты думаешь? Для меня это Бист и Ликс, в общем. А, Финнергот, для тебя это Бист. Ликс, для тебя кто это? Два трейтера.
Я не знаю, для меня, возможно, один бист, и второй, я не могу сказать, либо ты, либо Крис Вейв, либо вообще Финн, который... Короче, нет, блядь, это Финн, алло! Он меня сейчас закидывает! Короче, секунду, бля, дай подумаю. Крис, мы с тобой точно два мирных игрока. Да, я знаю. Но бист не хочет говорить свою двойку трейдеров, если бы у мирного бы сейчас очень сильно нам помог. Честно, я бы его за это просто бы убрал сейчас. Я бы тоже. А Магас Крис не может быть? Нет, мы не можем быть 100%. Потому что мы были, я с самого начала... Так, а погоди, вы друг за друга ручаетесь, это охуенно. А кто-то за вас еще ручается? Короче, Финаргот, был бы ты мир, но ты это сразу понял, что мы два мирных игрока, и голосую Финаргот, и Крис делает то же самое. Нет, мы голосуем без 100 тогда. Подожди, в кого ты проголосовал, Мага? Фина ебашим тогда, и все, спокойно. Ну все, мы, возможно, проиграли, но... Фина ебашим, и все. Вы чушь делаете, без 100 голосуете? Фина ебашим, ребята, он на меня гнает. Ладно, я раскрываю карты, я мирный. Какой ликс, ты на меня начал гнать из того не сил. Я мирный, в кого ты голосуешь? Бист, честно, мирный? Бист и ликс. Крис, голосуй Финаргот, у тебя выбора нет, и так мы так уже проголосовали. Ну бля, вы что делаете, блядь? Ну, Крис. Вы серьезно? Чел меня начинает ни с того ни сего. Бля, как можно не голосовать на таком раунде? Чего? Кто-то занят своими делами, что-то. Чудо! Бля, Крис, а почему ты не проголосовала? Я проголосовала Фина. Халява слева, халява справа. А кто не проголосовал? Нет, ты как раз, Крис, единственная не проголосовала. Финн, очень хорошо сыграно. Я нажала проголосовать. Да блин, пипец, я там хотел Авдеича догнать, я не мог вообще никак. Да, я от тебя убегала. Ребят, просто маленькую ремарку по карте сделаю, чтобы вы понимали, я просто бегал и нажимал кнопку килла. Просто бегал и нажимал кнопку килла, даже не парясь. И даже не оправдывался во время переговоров. И даже не оправдывался. Алекс, это была такая изи игра, если честно, ты не представляешь. Это просто, я не знаю. Так а вы за ручку бегаете всю игру вместе, конечно, изи игра будет. Ну так, какое-то пасси все время бегает. Не стартуй на секунду. Может быть, для баланса мы уменьшим количество заданий, потому что мы их точно никогда не сделаем за сегодня, это раз. Второе, может, киллы увеличить, потому что очень большая карта. А, ну, кстати, можно, да. Кулдаун убийства, да. Поставь 25. Так, это я поставлю 25. Мне кажется, 27 много. 25. Я поставлю 27. И задание может, не знаю, 2-1-2, 2-1-3 я поставлю. Да, 2-1-3, наверное, нормально будет. Быстрее ж вроде уебищное, не? Или 1-1-3 было, лучше так. Давай так. А, и скорость перезарядки кнопки тоже увеличу тогда. Бля, я бы сделал 1-1-1-1-2, но мне кажется, мы даже так не будем. Да надо вообще по одному квесту поставить, проверить, могут ли трейдеры выиграть. Мне кажется, смогут. Могут ли мирные, сука, сделать квесты хоть раз? Ребята, а как унитаз чинить? Вот я дергаю за это. Вверх-вниз. И нужно, чтобы в красную зону попало давление? Да, до красной зоны, чтобы досталось. Окей. Спасибо, Ликс, кстати, что на унитазе меня убил. Унитаз. Тупо смыл Дину. Ага. О, новая анимация. Артист, спасибо, кстати. Спасибо, сэр, что увидели мой труп, но не зарепортили. Заспавнилась, побежала налево, нашла... А, ребят, ничего не хочу сказать, давайте больше. Просто Финну... А, Финну... ладно. Ясненько. А где Финна нашли? Это мага, скорее всего, кто быстро играет. В двигателях труп лежит. Скорее всего, мага. Где двигатели? Я никого не видела за игру, я только заспавнилась, побежала налево, даже ни один квест не нашла. Бля, Ликс, на меня проголосовал. И я сразу там лежала. Ну, мага сейчас мимо меня бежал, но это не со стороны двигателей, двигатели же с другой стороны. А где ты думаешь, знаешь? Не я все. Мага, ты пропадал? Ну да, потому что ты бежал на меня мозоль, с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай поцелую. А меня? Я мозоль на ноге, если что. А меня? А кто после целовал? Ноги как раз. А кто целовал? Бля, можно Димана выкинуть? Пожалуйста, проголосуйте. Это был Авдеич. Мы в Авдеич голосуем. Пожалуйста, проголосуйте Димана. За что?
Диман, просто гласите. Это не я, не мага и не Дима. Я не проголосую. Потому что Дима тоже бежал со стороны маги. Не голосуйте, не мага. И сказал, голосуем Фина, типа, чтобы отвести подозрение. Это Ликс. Это не Ликс и не мага. Пожалуйста, я не делаю фаст-киллы. Хорош! Зачем? Я сказала, скипайте, это не Ликс. За что? Хорош! Я скипал, если что. Я тоже скипала тоже. Я сказала, что по шутке поставила, не надо было туда. Один в баланс. Старый. Сейчас, погодите, чатик, я тут заливаю первые катки уже на YouTube. О, Алекс, спасибо большое. Спасибо тебе большое. А вы что, закончили, что ли? Или вы вообще не играете? Почти разобрался. Лол. Блин, Вы, кстати, вышел одной чуваки, кто-нибудь починит свет, нажать кнопку. Ребят, я в этом раунде поэтому видел... у нас есть два шанса. Только Авдеич, просто ноль человек, кроме Авдеич. Я десерта видела в электросистемах. Куда ты потом пошел? Я пошел направо, я вторую игру подряд пытаюсь желтый ящик этот ебаный открыть. Я бы дезертука выгнала, на самом деле. Почему? Давай выходи, ради бога. Проиграйся. Не нравишься. Да без разницы. Не, дезерту как-то слишком легко с Васи находить для трейдера. В общем, так меня, блядь, в первом раунде. Дезертука в электросистемах, потом я пошла налево, и там через некоторое время нашла труп. Это с какой стороны карты? Это... С левой. А сверху или снизу? Значит, это 100% внизу, не Джози. Это не я и не Джози. У нас, почему, знаешь, ты? Сколько желающих? Ну, потому что мы с Джози были вместе. Ну, только если... Ну, только у нас были... Ну, только мы были в верхнем правом углу. Не-не, а это Джози Авдеич. Ну, это типа не весь раунд был, если сейчас, поэтому... Ну, Авдеич меня в начале раунда не убил. Я могу только краситься, как паскуда. Ну, типа... А вот, подождите, вот Амага так сильно хотел вывести Ликса, мне кажется, логичнее всего Магу вывести. Да, Динаргота, Триса убили в первом раунде. Что? Я по плану решил вывести, но можете вывозить меня. А если мы угадали? В первом раунде одного убили. Нет, в первом раунде один килл был. А я бы в любом случае кого-то... Ой-ой-ой, а кто сейчас сказал, что два килла было в первом? Дезертук, да? Плюс, смотрите, почему еще это не Джози? Потому что скипали я, Джози и Крис в прошлом раунде. Нет, я голосовал за Ликса, кроме меня. Я голосовал. Давайте в магу. Давайте в магу. Я в дезертука, если что, проголосовал. Можете меня голосовать, но проиграйте игру. Блин, а вдруг это Авдеич? Я не знаю. Ну просто он говорит, что было 2 килла, лол. О, боже. У нас есть свет, мы сейчас починим свет и жмем кнопку. Я тогда бегу на кнопку и чиню. А где лучше резаться для света? Кстати, да, хороший вопрос. Неважно, там же в трех частях карта. Алло, нажала. Алло. Так, хорош. Давайте начнем с того, что я починил свет. Опа. А, тут еще и убили. Авдеич, кстати. Авдеич. Так, подожди, кто спасибо. На кнопку нажала? Так подожди, у нас какие-то нажал... Ликса пока, правильно кикнули? Пока не знаю. У нас, походу, да. Мы, кстати, понимаю, возможно, Ликса правильно на рандобе. Так, стойте, нет, в прошлом там... раунде тогда 2 килла было. Раз в первом не было 2 килла, значит, 2 килла в прошлом раунде было. Там потенциально мог быть и 2 трейдера. Нет, в прошлом раунде был 1 килл. Сейчас, у нас сейчас Авдеич убили, сейчас Авдеич. Когда они успели убить Авдеич, подожди. В прошлом раунде было 1 килл, убили Крис Вей. У нас был только 1 килл. В итоге сейчас... сейчас нет, в прошлом раунде его. Было 2 килла. Да, и сейчас только... Единственное только подозрительно, что Авдеич сказал, что он пойдет на кнопку, и в итоге кнопку нажала, ну, Дина. Да, и смотрите... Авдеич мертвая. Да-да, еще, я починил свет, дезертук был рядом со мной, дезертук вроде... Ну, хотя он, возможно, успел бы добежать до кнопки, я побежал налево. А кто меня голосовал?
А в чем мне смысл был нажимать на кнопку вместо того, чтобы... Ну, типа, окраситься, мол, я бы за трейдера... А кто меня голосовал? А кто меня голосовал? Да, кто в кого, кстати, был? Кто еще меня голосовал? А, тоже Дезертука тогда поставил. Потому что я поставил Дезертука тогда. Я поставил. Вот, мы все признались. Блин, ну если Дина в магу ставила, а не меня, то... Я ставил магу, я. Ну, и Авдеич, видимо, получается. Тогда у нас Джози... Не, у нас, скорее всего, один трейдер остался. Ребят, просто держите в голове то, что... Не-не-не, не один трейдер. Но... Я бы... Глядите... Мы Ликса случайно выкинули... Да-да, предлагаю по такой же схеме магии. Вот по такой же схеме магии. Не-не, я почти... Я мирный не изучил карты, и все, вот и все. Какой скип? Тут мирный изучат карту, и все. То есть вы считаете, что мы в Ликса случайно попали? Ну, ты уже проголосовал. Вообще не обязательно, кстати, непонятно. Но Дина... Ну, а кто в меня поставил сейчас? Я поставил. Не я. Я говорил же, что мага вряд ли, он кинул Лекса. Ну, у вас, скорее всего, один трейдер, я предлагаю просто Дину убрать, попробовать. Дина не может быть, я на кнопку нажал. Да, она типа под кнопку убила Авдеич, хотя... Авдеич говорил, что пойдет на кнопку нажимать, то это да. А, Авдеич сказал, что пойдет чиниться. О, я все квесты сделал. Жопу свою по душе. Котя. Чего они втроем такое? О, Лори тоже кнопку изучает. Ну что, бист получается? Коллеги, ну, мне кажется, бистмастер, ну, мне кажется, это он. Мне кажется, с Зизертуком мы провели вместе 10 тысяч лет. Да, мы я видела, как по скилла по рофлу. Мы сначала кикнули Ликса по рофлу, потом магу, сказала Дина, игра не закончилась. И сейчас Дина говорит, что это я, хотя я сейчас пустым. Да нет, просто бегаю, понимаешь, просто я, блядь, бегаю пустым, я нахуй захуярил, наверное, уже почти всю полоску. Ты мне рассказываешь. Ну просто мага вкидывал как-то очень подозрительно. То есть там под конец вот эти... Ну смотри, сначала с Ликсом, потом мага то, что Авдеич плюс Джози, при том, что мы два мирных, Авдеич плюс Джози. То есть вы хотите сказать по завещанию маги? Смотрите, я стояла на камерах. Я предлагаю доделать квесты. Я стояла на камерах и смотрю, через двигатели налево бежит парочка десерта Джози. Потом я еще некоторое время постояла, и я пошла влево искать, кто из них кого убьет. И смотрю, они оба живы. И ты нас тоже, ну, типа, у тебя так бы когда-то на убийство прошел. Пробежал, Джози стоял у туалета, в дезертук пошел к нему. Я ждал.
что побежал, трупов нету. Потом пошел вниз с камерам, там никого не было, все. А у нас же тогда по три голоса, когда нас было шесть, по три голоса раскидалось между дезертуком и, по-моему, магой, правильно? Да, да, да. И потом Дина нажала на кнопку. Я тоже могу. А я ставил в дезертука, понимаешь? Я Бист и мага ставил... тоже ставили в меня. Я ставил в дезертука. Но я мирный, типа, поэтому у меня один автоматом мирный, потому что она на ручку меня не кидала на социальной критике. Ладно, короче, ребят, я принял решение, что я думаю, что это не Дина, я думаю, что это не дезертука. Почему это не Дина? Потому что у Дины было миллиард времени, у Дины было 10 тысяч лет, чтобы убить тебя, и потом прийти и убить кого-то из нас. Вы что не хотите делать, вам похуй, понял? Ну я хз, но если это не Бист, то на самом деле предсказуемо было. Типа, блядь, предсказуемо. Бист, ты мог двоих 10 раз убить, ты почему-то вообще саботажем не пользовался? Так я смотрел карту, блядь, бегал, они все вместе бегают. Смотрю на этот, все за ручку бегают, но... Квесты никто не делает, все просто бегают вместе. А нахуй бегать вместе, если вы не делаете квесты? В чем логика? Не, они делали квесты. Я делал квесты. Ну, типа, блядь, мы их не сделали в итоге. Да, а ты прикинь, то нам не хватило секунды, чтобы прожать саботаж. Секунды. Да тебе килл надо было просто сделать, тебя в дечи. Ну я не мог килл сделать, ты карту видишь какая огромная? Как я могу сделать? Ну да, карта пиздец, блядь, вообще невозможно найти. Там остался... И то я не мог знать, что ты сделаешь килл. Потому что я думаю, что они намного раньше прожмут кнопку, это логично. Да не, надо по КД появляться с кем-то и за ним присосаться, и все. Но прикольно, что на этой карте, по сути, даже при шестерых у мирных еще есть шанс. Это прикольно. Ну друзья, как, вон Авдеич пошла кнопку получится нажимать, найти мне замену? Так нет, ну, так потому что там вот двери эти убегаешь, дебильные, да? Одна, да, дверь, вторая, третья. Есть, у меня просто ребята что-то это... Сплошные двери. Я думаю, найдем, да, Дим, спасибо тебе за игры. Спасибо вам, спасибо. Давай, будет старая карта, ребят, с удовольствием готовы. Давай, пока. Давайте, пока-пока. Давай, удачи. Так, я думал, может, Лори взять тогда? Ну, ты тогда распорядись. А там карта? Сейчас подойду. А Картер уже не сможет. Сейчас я спрошу. Так, я тогда пока на минутку замьючусь, окей? Я на минутку А, Лори уже тут. Я Дина перекинет тогда. Сейчас я подойду. Давай. А следующий у нас пусть готовится спойлер. Сейчас я приду. После спойлера будет ботя.
Так, я тут. Что там, Дина? Так и не пришла. Алло, алло, ну как там у нас 10-й-то нашелся? Да, перекинь Лори, она внизу. Так, готово. Алло, алло. Да, дай права, алло, чтобы алло. Она... Ага, дала. Лори, привет. Лори, там чатик привет. Над нами, Among Us. Ага. Текстовый чатик. Угу. Ну, победить еще с первого раза. Все, все готовы, все тут? Побегайте, если тут. Mm-hmm. Да? Да, да. Ого. Джози тут? Карта офигенная. На месте. Можно изучать. Я помню, когда мы начинали на полюсе играть, все тоже говорили, что она огромная. Ну вот и что делать? Он просто ноль информации, два трупа, я никого не видел. Что делать? Как играть? Ну мага, может, что-то видел. Он же зарепортил. Я видел труп Криста. Ой, Кристи. Я знаю, что артист не мог сделать эти 2 килла на мир до конца игры. То же самое могу сказать, наверное, по поводу Авдевич. Ну, плюс-минус. Мы там вроде заспавнились в одном месте, и почти все время видел древний момент репорта. Ну да, сейчас дабл килл, значит, это не дезертур. Да. Нет, только игры. Если артист не сделал этот килл где-то снизу, да. Сверху, потому что мы бежали с ним в упоре, я побежал направо, он куда-то завернул. А где килл? Я пошел мусор выкидывать, вытаскивать его. Ну да, если он там не убил Дину, то это он 100% медный. А труп находится, не знаю где, где, короче, палуба справа, бежать по коридорчику. Это бист. Я, по-моему, единственный был вообще, где этот хранилище с этот сейф ебаный. Но я был единственный, где плюс. Сервера, где двери закрыты. А мне кажется, Финаргот специально сказал, потому что там никто не будет в начале игры. А, cool артист, story. А что ты молчишь, с кем был? Еще что расскажешь мне? Так Махаш сказал, я с ним был. Я не привык за несколько игр, я все время молчал. А я видел, как артист фиолетовым бежит на секундочку камеру. Мега. Мы где Аня вообще была? Я сразу на кухне. Я изначально запнулась и скачивала данные, потом выключился свет. Изначально я, Крис Вейв и, видимо, Лори заспавнились на кухне. Может быть, еще кто-то, я, возможно, уже ушел. Встретил магу, который вышел, и поэтому я не думаю, что это мага. Я не знаю, почему. А кто свет починил? Ну, я успела последнюю секунду. Я в артиста, возможно... Вы сейчас раскидаете голоса, и кто-то вылетит. А, не, нормально. Я на камерах за пару мне секунд кажется, репорта видел красного Джози. С фиолетовым. Красный с фиолетовым был за пару секунд репорта. Красный с фиолетовым был за пару секунд репорта. И он не репортит. Почему? Простите вы. Да, в себя не успел вкинуть. Финаргот. Не успел убежать. Не успел убежать. Убил Авдеич. Короче, мы стояли, Джози 5 скилл, я и Авдеич к нам в конце подбежала. Мы чинили связь. Ты убил Авдеич и побежал направо от ее трупа. Нет. Только убил. Ты попался еще. Да. Сори, но я на камерах стою, Лори, нет. На камерах? Нет. Кто-то рядом с Лори был? Скорее всего, попытка дабл килла. Я реально был на камерах, но не помню, что там был Авдеич.
А где... Нет, мы на связи стояли. Я был на камерах. Ой, нет, на камерах чините, имеется в виду. Ну, мы действительно вчетвером нет, были. Я стоял на камерах, я видел, что два человека да, были так я говорю, что я не на камеру, в основном ну, зале. Мы чинили связь. Ну, блядь, да, я просто мы чинили не связь. Камеру имею. Да это Финс не успел. Ну, смотрите, я и Дизельтук находились в зале, это хорошая попытка была, но нет. Документы туда-сюда кидали. Да, да. По шкафам. А эта хуйня платформа, она, короче, которая катается, она, ну, она возвращается вообще? Нет, ее нельзя не, вызвать. Ее только слева можно, только слева. Ты без меня уехал. Не, если ты уехал направо, потом можно справа налево, то есть она где остается, там остается. Ну, получается, нам нужно решать либо скипать и на карандаш Фина и Лори, либо сейчас кого-то выгнать. Ну, я... Можете выгнать Фина и потом меня выгнать? Нет. Я мирная. Я мирная. А у тебя много часов? Я, у меня, по, да, у меня инфы ладно. По Лори а нет, потому что на камерах я ее в конце не видел. Это но это полный поняли. Бред, потому что а я на камерах стоял. Дезертук и Бист, вы что делали? Так они со мной были. Дезертук я с артистом. Я убил Авдеевича. Бестон... Ой, блядь, замучен. Пожалуйста, выведите Фина и потом нажму на кнопку выведите меня. Что вы делаете? На семерых? Серьезно? Бист. А что ты говорил про красного, чтобы залезть? На кто вскипил? Я... Надо было... Я просто думал, что на починке связи не будет 100 миллионов человек стоять. Я с тебя уже давно снял модерку. А почему вообще, блядь, этот, как его, серия саботаж называется кризисом? Да, ну, неважно. А, кстати, если вы мне не верите, у нас почти весь раунд был саботаж связи в прошлый раз, и Финн что-то делал на камерах. Стойте, а кто голосовал скип? Я проголосовал Финаргот, я даже не вижу смысла на самом деле. Я Финаргот проголосовал. Я Финна голосовал. Я даже не вижу смысла на самом деле его водить. Просто, ребят, а связи не было? Знаете, почему связи не было? Я не умею ее чинить, извините. Ну, сори. Да, я просто видела, я думаю, что Мага с Джози стоят. Мага, ты че не чинил ее? Просто не чинил ее, рядом бегал. Короче, я предлагаю... Если что, трейдеры могут чинить связь, артист. Я предлагаю не вводить Лори, потому что... Я в артиста. Да, короче... Да ты был с Фиолетовым, что ты... Потому что я голосовал... Я на самом начале был, я просто не был с ней. В прошлом раунде... Нет, он про первый самый раунд. А, про первый? Да. Я говорю, я изначально... На самом деле, может, ты можешь быть артиста кикнуть, может быть, скорее всего, один трейдер. Не-не-не, так, зачем да просто так мне кикнуть? Ну, 100% ну, потому что, а что, может мы быть, пусты будем делать? Бис, может я быть, ты Фина видел с его с красным ирокезом, когда ты говорил мне кажется, это своих. Был ты. Я говорю, я не был с своих, изначально видел себя на кухне и потом убежал. Ну, я на камерах пролистывал, ну, красный артист. Ну, не знаю, ну зачем это делать? Я бы побегал задание поделал. Ну нахера? Ну можно за призрака делать. Я уже устал за призраки. У нас, кстати, два скидка. Артист, я буду так спокойнее, извини. А я одна бегать не могу, да? Вроде свернулся, но что такое? Ну, Крис уже такое было, да. Просто жди, и все, и нормально будет. Нормально делай, нормально будет. Всем пофиг на электрику. Блин, что с Ютубом? Почему мне Ютуб ролик не обрабатывает уже полчаса? Бред какой-то. На всякий случай, Лори стояла в ПК, и что? Ну, а у нас когда багалась Крис Вейв, она не была трейдером? Не была, нет. Ну, Мага меня не убил, он чистый. Мог убить.
Да не, я думаю, что мага, Джози, мирные. Там либо да я фиг знаю, просто мы с магой два раунда подряд вместе что-то бегали, тусовались рядом со связью, ничего плохого не происходило рядом с нами, поэтому, ну, типа, к нему претензий ноль, потому что, ну, а Финаргот, раз Финаргот трейдер, то у Лори должна быть мирна, по идее. Вряд ли они ну, три скипа было в том раунде, один из них был мой. Смотрите, а Лори стоял Финаргот, пока... и еще один трейдер. А Бист, Джози, Дезертук в этом раунде с кем-то пересекались? Я с Джози и с Бистом пересекался. Ну, где-то снизу. Давайте скипать, значит, у нас идет. Нету киллов. Лори стояла весь раунд. Два да, получается, выигрывает квестам. Нет, Лори кикнул Финаргота, мы одного трейтера точно убрали. Потому что если бы пересекались, один бы бегал за вами. А вдруг это был все-таки не он, а артист? Нет, нет, вряд ли. А, мы же артиста еще кикнули, точно. Я уверен, что кто-то красный трейтер. Зря бы он был красным, кто-то был, не был трейтером. Ну просто если артист, тогда Лори. Восемьдесят секунд на саботаж, но карта большая, так что... А, они все справа! Им нужно круг делать. Мага отыгрывает. Да нет, там дело не в... Кстати, нифига мне не помогла вертикальная синхронизация. Короче, я прикинул здесь 2 плюс 2. Так. Мага, еще. Ты трейтер. Ну и? Все двери, сука, закрыты, я уже заебался их открывать. Я не закрывал двери, потому что... А я обычно, кстати, за трейтера двери не закрываю. Я не могу карточкой провести. Бис, обычно это ты делаешь. Ну, Лори, да, Лори, это вряд ли закрывает двери, я в это не верю. У него там а мертвый трейтер честно, может, эти да, закрытые поэтому... двери мне самому очень сильно... В смысле, 2 часа в Амонге? Почему у тебя голос трясется? Ты что, трейтер все-таки? Нет, у меня просто трясется. Ребята, ну зачем мы эти кнопки нажимаем? Мы же по квестам хотим выиграть. Я не трейтер. Скипнем, давайте скипнем. Я думаю, это по всему, потому что двери закрыты, я заебался их открывать. Я честно объясню, сам заебался из-за этих закрытых дверей. Ты не представляешь, как меня тоже триггерят. Но двери не буду закрывать. Пусть подумают, что я типа пытаюсь магу это подставить. Ой, как глубоко. Так тут, блин, почему не убиваешь? Там ее хрен кто найдет. Очень странно. Надо было прям там резать. Мага, винты используй. Блин, звуки офигенные.
Ой. Ой. Я скажу больше, у нас два трупа. Угу. Не знаю где. Угу. А ты кого зарепортил? Я зарепортил Дезертука, но там еще лежит Иория рядом. Угу. Угу. Могу сказать, что... Без кого ты проголосовал? Мага, я... А вот, я не скажу. Я не хочу ничего... Ну, я не знаю, тем, тот, с кем это я сейчас... бегал весь раунд, блядь, если ты меня еще это думаешь, сейчас, это ты сейчас должен сейчас сам проголосовать, блядь. Ну, короче, ладно. Ну, я просто в том плане, что, если что, Дезертука видел 5 секунд назад живым, а теперь ты его трупы и портишь, это просто немножко подозрительно. Ну, я просто зарепортил, потому что вижу два трупа, и тем более, если сказал, я при тебе, Джози, если что, я при тебе починил два раза реактор, ну, не, просто... Бля, мне надо было прожать саботаж. Финаргот, честно, меня так бесило то, что ты постоянно закрывал двери и прожимал эти саботажи, я просто не хотел играть в эту игру, вот серьезно. А что ты винты не юзаешь? Никто не палит. Я не знаю. Так, я специально ее убил, вижу, Дина данные качает, думаю, вот. А я Жози потусил наверху, мы там по лестнице покатались, ты понял? Да, мир, туда-сюда, да. Бля, надо было прижать мне еще саботаж. Да, просто... тебе надо было дальше убивать, я не знаю, зачем ты репортнул. Ну, тебе, кстати, Лори вообще надо было вот в той комнатке убить. А, туда в той вообще, комнатке, я тоже такая думаю, туда бы никто не зашел. На самом деле, мне не надо было вообще Лори убивать, потому что для нее я красный был. Да зачем, бля, почему нет, троих нарезать нормально. Может, меньше квестов? Нося, я наигрался. Не так мало. А ты все? Ты реально убегаешь? Ты все, что ли? Да, да, я все. Чу. Так да, это фин, да хуя, потому что у нас один квест мало. Это несколько квестов мини, там же... И да, пока мы бегаем, блядь, по всей карте... Да. Дина, ты сможешь найти плюсик, а то ты не ответил на меня? Ты что-то тупиков много. Да, плюсик. Да, сейчас поищем, тогда еще у нас и Мага и Жози уходят. Не, я могу, понимаешь, ты пока еще не нашла, я могу еще посидеть поиграть, если нету плюсовки, нет, типа, вот, это не проблема. Нет, ты... Мы можем вон взять... Просто если есть плюсы, я тогда... А, ну давайте тогда. У нас вон снизу еще сидит. Ребята, да, вам спасибо большое. Ребята, там карта... О! Карта просто во! О! Бля, о, кажется, в хорошем смысле или в плохом? Во, Bloodtrail! Да, я пойду, да. Окей. Фин, поставишь 1-1-2 где-то? Котя, залезай. Может, попробуем так хоть, блять? Мы ни разу по кустам не сделали. Можно дол... Можно... Быстрые задания, ну, это как раз мини-задания, которых дохуя. Можно их делать. Просто убрать вообще. Не, давай оставим 1-1-2, попробуем. Если и так не будем делать. Ну, типа, будем, знаешь, искать настройки. Ребят, для карты. Спасибо вам огромное за пати, давайте. Давай, тебе. Да, тебе тоже спасибо. Пока. Чмок пока, в пупок пока. Каждого. Давай. О, нихуя сильная кепка. Блин, надо было НТ на самом деле. Бист, получается, ошибся во мне, Бист. Я ошибся. Ну, это я видел красный. Ну, типа, я был уверен, что кто-то красный. Когда тебя убрали, я был просто выдохнул, типа, ну. Я не мог тебе верить. Мы с бестом рэперами, мы с бестом рэперами, мы с бестом рэперами. Тоже шапку себе делал. Да, да, да. У ММ Газ уже 700к онлайна. Рэперы, рэперы. На самом деле, прикольная карта, плане текстурок всего такого. Какой? Какой у манга? 700 тысяч. Двери ебаная, двери хуйня. Да, двери это луны, блядь. Чтобы открыть двери, надо привести карточкой. Это вообще... Это худший квест на той карте, а здесь они везде. Мне аккаунт нужен, чтобы зайти, что такое. Не нужно, ходи так. Еще прикол в том, что эта карта огромная, так еще тут надо карточкой проводить, чтобы открыть эту дверь. Это вообще, ну... Это от того, у кого и так с карточкой не получалось, да? А кто там макросы себе ставил на карточку? Блин, с карточкой вообще тяжело. Да не, пока открываешь дверь, тебе убивают. Я открывала дверь, меня бист убил. Да на главный Steam обновление. Да, на главный Steam. Да, я тоже не делаю. Нормально так. Интересно, зарубежные. Я хотела костюмчики купить. Смотрю, а они у меня есть. Так я думаю, зачем их покупать? Ну, скорее всего, их заберут. Я был уверен, что Финн сидел за мной, блядь, и следил, нахуй, двери закрывал. Да нормально все, Мага, все окей. Я вообще вылетел по-тупому, просто убил при Лоре. Ну, точнее, я убил, зачем-то к ней забежал, и с ней потом зарепортил труп. Ну, то есть это бред. Я бред сделал. Че, какой баг? Там ролик на ютюбе вышел. Я захожу, мне пишет, вы ник должны поменяй. Быть авторизированы. Ник поменяй. Так просто много я раз просто кликаешь. Я просто сразу нажала. Ник аккаунт, поменял, у него все зашло. Так нет, у меня аккаунт создан был, я просто пересходил. Да это просто пробуй, это как старый баг, только теперь вот эта ошибка пишется. Класс. Просто надо тыкаться. О, ура. Затыкалось, да? Я почекал квесты. Квесты там душить особо по ним не получится, раз что проводки. Квест веселый. Мне понравилось собирать полотенца. Мне понравилось мусор выбрасывать.
А ты сама себя смогла выбросить? Там... Хоть где-то я его выбрасываю. Там, кстати, прикольное задание на запоминание. Знаете, где, хоть где-то я сегодня толчки помыла. Это там... Это там, где промежуток такой, где нельзя пройти. Хоть где-то толчки помыла. Да. Там надо на унитаз новую штучку повесить. Не, а, я тоже такая говорю... Нет, там бывает мясо. Два капусты, там, кстати, лук и бургер. Еще фу. Открою один секрет. Если вам... А у меня был бургер, два помидора и капуста. Я такая думаю, вкусно. Ребят, если вам не нравится состав помидора, можете закрыть, от кризанов состав поменяется. Ну, звучит логично, да. Ой, может... Так, я хочу сходить в лазарет. Говорят, там лайфлайны есть, я еще не чекал. Через верх. Так, а где тут лайфлайны? Вот это? Сучка, я так и знал. Тут, возможно, вообще с одним импостером надо играть. Хотя... Нашла труп. Блин, мне нужно сидеть. Труп Дины лежит рядом с кухней. Там наверху я выбросила мусор рядом с кухней. Иду, получается, левее, и в коридоре лежит. Подожди, Авдеич, а вы были вроде с Финн, ты, Дзертук? А Крис Вейк? В самом начале. Я Дезертука видела под конец. Админку нашел, да. Дезертука? Да. Да, и Бестай видела. Привет, в начале ну... вроде. Здорово, Слава. Нет, в конце. Короче, я фотки смотрел, а там, короче, зеленый жопу мне скинул. Это Дезертук. Опять я. Ну, кстати, Дезертук, а почему ты вернулся назад? Ты спустился по ступенькам, и я решила, я с тобой не пойду, и ушла. Вниз там, где приключатели, потому что я не понимаю, где здесь, блядь, можно пройти еще. Авдеич, а ты запомнила путь, как проходить по низу? Вот сейчас. Ну, полностью, как я шла, я не знаю. Не-не-не, я не про это. Я про то, что есть вероятность, что, они меняются сразу после... Ну, типа, после каждой кнопки меняются. Кто меняется? Ну, вот эти лабиринты. Закрыто, не-не, но вроде каждый раз одинаково. Вроде. Лабиринт? Ну, по крайней мере, в каждой катке меняется. А, ну, в каждой катке, видимо. А вот насчет не кнопки не знаю. Типа, просто через лазарет я прошла лабиринт. Какой лабиринт? Ну, там, где электропитание, дверки. Где дверки закрытые, где еще нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закатки, не знаю. Хорошо, обсудили, блин. Но если разные люди делали киллы, то это не спойлер. Что я за ним бегала. Да, я тебя боялся, кстати, пытался убить. Ну, Лори красная вроде. Так ты же красная. Так, мы сыграем... Это восьмая катка, и меня убили первым 4 раза. В половине каток. Нормально вообще себя ощущаете, блин, господа трейтеры? Ничего. Так это Биз саморепортил? Дезертук с Лори стоят около трупов. Ну, короче, я видела только спойлеры. Короче, это либо Лори, здесь Дезертук. Я думаю, это Лори. Спасибо за внимание.
Короче, Дертук складывал... Это не Крис Вейв, получается. Дертук, что ты делал последнее время? Я складывал этот булочку, значит, а потом бумажку. У тебя плакил, блядь, я наставил на тебе, короче, я в лоре, ну, так, я понял. Так у меня при менюшке, я ж не вижу. Она ничего. На тебе танцевала, да, я видел, она тебе танцевала прям. Кто твой сообщник Лори? Короче, мы с Дезертуком с самого начала. Бист, что-то. Лори, я Дезертук, скачивала кто? Данные, Дезертук следил за мной. Голосуйте в Лори, вы не ошибетесь. Бист прибежал и нажимает репорт, и я вижу... Она танцевала на Дезертуке, все. Не, ну мы так стой, там бот еще бегал. Нет, я не видел, я там не видел. Я пробежал очень давно, там, я очень давно пробежал. Так в кого в итоге, я не поняла? Лори, в Лори. Я бы никого... Мы скипаем. В смысле никого? Я говорю, Лори танцует на Дезертуке, и рядом труп, блядь, какой скип? Так я на Дезертуке, а не на трупе. Блядь, вы что, прикалываетесь? Алло, я говорю, она около трупа не репортит, почему вы его не слушаете? О боже, блядь, вы чё, нахуй, серьезно? Я скипал. Следите, я голосовал. Блядь, я не понимаю, что надо сказать. Окей, блядь, играйте. Тут разработчики пишут, что сейчас они занимаются полным обновлением графона в игре. Он будет прямо намного лучше. Скоро. Хотя также создают лобби для 15 игроков. И, как, и говорят, что вот как раз для Airship подойдет. В общем, ждем. Разработчики сказали, кстати, что скоро будет возможность играть до 15 человек. Класс! Три мафа. Как я вам попробую чинить связь, если ее никто не отключает? В каком плане Алекс Росс давно занимал? О чем вы вообще? У нас нету очереди из людей, которые занимают места. Я сам выбираю, кого позвать. А, у нас два трупа. Ну, стойте, так, короче... О, Лори убили, так это Дезертук, что ли, ты? Так я с тобой на кнопку. Я взял боти не потому, что а там, типа, убил, плохо отношусь к Алекс Россу, или, или что? Блин, если бы я взял Алекс Росса, думаешь, то может я быть... так бы относился к боти? Нет, я... Почему-то она не зарепортила, блядь. Я Крис Вейв не видел весь раунд. Ладно, окей, Лори нажала репорт, потому что она не умеет играть, видимо, два часа все-таки, это два часа, я не буду ее винить в этом. Я сейчас была на оружейке. Дезертук, короче, около трупа был, значит, вместе с Лори. Лори мертва, для меня Дезертук. Ну что ж поделать. Так, стойте, заведомо красный игрок, который умер, говорил, что я сделал квест. Почему Крис Вейв? Потому что меня не видел. Вы вместе около трупа стояли, я не знаю, почему она не репортила. Так потому что мы вместе бегали. Почему она не репортила? Я не знаю, она мертвая, понимаешь, по ее инфе, она красная. Да не, я понял. Значит, я тоже не против. Нет, для меня не красный. Ты так она сказала, вдвоем... что я с ней все время бегал квесты делал, она стояла, короче... ждала, пока я доделаю квест, блядь, Бист, ты головой подумай немного. Мы сейчас втроем, артист, Бист, ты, ну, я, мы стоим на кнопке. Кого у нас нету? Это, мне кажется, Крисва есть импостер, я ее вообще не видел. Я говорю еще раз, около нас тогда, когда я начинал делать квест, пробегал боти. Потом да. Ты говоришь, что там находится труп. Если это не Лори, где? Если это не ты, который пробегал со мной я почти я весь раунд, много у нас где боти и Крисва, все. В первом раунде. Я была сначала не, с Бравом, потом я. Мы пересеклись с Центром с Боти, я не знаю, почему он мне говорил, я что мы с ним не виделись. А потом я пошла на оружейку и перекладывала оружие. Все. Мне кажется, это Дезертук Крис Вейв. Ну, проголосуйте меня, заключим группу, просто и все. Спасибо. А кто был? Дезертук. Аня, ты крутая, значит.
Как ну, я против проголосовал вместе. Мы трупом даем, блядь, я не понимаю. Бис, ты еще раз все слышишь? Она не умеет играть, а я делаю квест. Я не могу тебе видеть, там блядь, света вообще, ну никак. Ну вообще, она не умеет играть. Чего ты это вообще взял? Она играла в Among много. Я не ебу, что там произошло, понимаешь? Что ты защищаешь? Света не было. Да, я ее мамочка. Я это не в обиду говорю. Чего ты взял, что она не умеет играть? Ну я не ебу, умеет она играть или нет. Я не в обиду говорю, опять же. Нет, ну я про то, что если она стоит вместе с... Ты не умеешь играть, у тебя 400 часов, ты не умеешь играть Авдеич. У тебя 0 часов. Господи. Нет, у меня не 0 часов. Ты сейчас проебал игру. Тычка, в смысле проебал, блядь? Я говорю, что я вижу, блядь. Проголосовал